Итак, уважаемая публика, если вы помните, я тут как-то рассказывал про вот эту штуку. Аппарат Неватон 37-2 цирконий. Помогает там от всего. Вот сейчас будем Кешу пробовать кодировать. Вот тут инструкция есть, как закодировать Кешу. Кеша хочет кодироваться. Кеша, давай хочу. Понюхай шашлык. Это непременно. Шашлык без водки. Это деньги, наверное. Ну вот сейчас, вот видишь, тебе хочется водки. Хочется водки. Нужно испробовать аппарат. Аппарат, он вот такой. Вот такой. Его надо. Это вообще, вот я серьезно, это не брехня, это вот все тут. Лейбл и все дела. Это вот выпускалось там в каком году, уж не помню. 90-х годах людям помогало очень сильно. Да. Там картинки всякие внутри. Пусть там мне поможет. Тебе, да. Тебе. Вот тут вот можно в руке его там держать. Там. Привет из 90-х. Привет из 90-х, да. Ну, короче, вот, все дела тут, короче. Ну и что надо делать? Надеюсь, не бить его по башке. Слава, ты загораживаешь камеру. Вот так. Ну, тут, короче, надо вот так вот водить вокруг головы. Нет, наверное, быстро. Голова не кружится, Кеш, все хорошо? Пока нет. Так тревожно немного. Тревожно. Каску. Не пей! Не пей! А может быть действительно каска нужна? Покупай Неватон 37-2! Не будешь пить никогда! Покупай Неватон 37-2! Не будешь пить никогда! Скажи Славику, чтоб тоже купил. Тогда он бросит курить. Ой, нет! Это, наверное, надо очень много Неватронить. Сосредоточься. Смотри вот сюда. Наконец, смотри. Вот. Не пей. Не пей. Надо по голове его полазить. Не пей. Покупай. Аппарат Неватон 37-2. Отвезешь в Белоруссию, в Лиоза. Всех там закодируешь, а то у вас там одни алкаши. Я видел на видео, ты мне показывал. Жрете там как не в себя. Лукашенко на вас нету. Лукашенко посоветует. Я тебе Бешенковича покажу. Бешенковичи, там все бешеные. А у нас Кеша из Бешенковичей. Сергей Воронов из Бешенковичей. Не пей, не пей, не пей. Да не пью я уже. Возьми в руки. Вот так, второй рукой сожми его. И что теперь? Болит. Будешь пить? Не будут. А самое главное, окончательное, заключительное, надо свистнуть туда. Там дырочка, если свистеть. А где тут дырочка? Вон там дырочка, и свистеть. И как дырочка? Ну, французский король. Вот. Там, выйди, черный дух, зайди, хороший дух. Выйди, алкогольный дух, зайди, трезвый дух. И вообще, все болезни от дурного воздуха в животе, чтобы не болеть, надо дуть в трубу. Надо дуть. Это ты кто такое придумал? А это я в кино видел каком-то. Там всем сразу дали, знаешь, вот эти огромные духовые трубы. И говорят, такие дуйте. Все болезневые идут. Ну да, здоровая труба там. Я не знаю, как она туба называется. Вот про что надо. Туба, туба. Туба, туба. Там вот эти вот чуваки у меня учились, короче, там где-то музыкалки, короче, не помню. Они на тубах играли все. На тубах, говорят, блядь, это самый охрененный инструмент. Типа, знаешь, когда оркестр начинает играть, там вот это вот, ну, вступление такое мощное, там тарелки, там все, и вот они один раз такой в тубу эту. Думал такой, перед всем в карты играет. Потом слышал, там конец уже идет, это все оперетты или оперы опять таких вот приготовились. Ну это как слайд у тебя в группе, в треугольник.
песни в конце. В начале дзынь и в конце дзынь. Вроде как предель. Вот, чувки, хорошо? Хорошо. Вообще. Нормально, посиди сейчас. Как будто полегчало. Ты покурить хотел? Покурить надо. Эффект не улетучился. Ты покурить. Все. Так что, ребят, рада покурить. Покупайте препарат. Аппарат. Неватон 372. Да, кстати, ссылка на аппарат Неватон 372 в описании ролика. Кеша не пьет, вот видите, сидит, не пьет.